Всем привет, дорогие друзья! На днях получил посылку. Вот такая вот она большая. Что ж, давайте посмотрим, что же там пришло. Ничего себе! Неужели это MacBook пришел? Да, действительно. MacBook. И работает. Все классно. Даже мой канал сразу есть. Круто. Итак, друзья, конечно же, ко мне пришел не сам MacBook, а всего лишь накладочка. Но, что самое интересное, я переживал, что эта накладка просто сломается, пока она будет в пути. Потому что она сделана из пластика и прозрачный такой вот чехол. То есть достаточно всего лишь один раз уронить, об что-то стукнуть, и этот пластик, мне кажется, может сломаться. Ну, либо просто даже трещина появится. А так, в целом, он, в принципе, выглядит довольно-таки красиво. Сел прям ровненько, все четко. Никаких отступов нету. Ну, все как сами видите. Все четко, стильно. И со стороны, в принципе, можно даже не заметить о том, что есть чехол на данном ноутбуке, да? Вот. Но единственное, что отличие, вот, когда я надел этот чехол, это вес. Вес вот прям, знаете, какие-то, вроде бы там кажется, там грамм 300 или сколько, я не знаю, этот чехол весит. Но такое ощущение, что килограммчик добавился прям целый. Вот, но все было круто запаковано вот в такую вот штуку. И поэтому чехол мне пришел, ну, в хорошем виде. То есть какой он есть сейчас, без царапин, без трещин. Все, единственное, что, как бы, говорю, немножко смущает, это вес. Но, в принципе, как бы привычно, как бы не сильно прям такой тяжелый, поэтому нормально. То есть, как бы, можно носить с собой спокойно, зато не поцарапается корпус самого MacBook. И теперь самое, что главное, я как настоящий блогер обязан сделать это. Вы, наверное, понимаете, о чем я. Ну все, теперь с ноутбуком не стыдно. Итак, открываем следующие посылки с гаджетами для нашего MacBook Air. Итак, посмотрим, что здесь у нас. А у нас здесь вот такой вот кабель для айфонов, начиная с 5 по последний, пока что 7. Кабель выполнен из такой вот плетенки, очень хороший, красивый. И самое, что интересное, стоимость данного кабеля всего лишь 90 рублей, ну это если округлить, а длина этого кабеля аж целых 2 метра. Представьте себе, вот такой вот длинный кабель двухметровый всего лишь за 90 рублей, вот такой вот стильный. Итак, третья посылочка для нашего MacBook Air. Это я могу только догадываться, что там лежит в комплекте. И вот если предыдущие я посылки вскрыл, проверил, что все ништяк, все работает, то данную посылку я хочу вскрыть прямо при вас и попробовать проверить, если это действительно кабель Thunderbolt, то попробовать его протестировать на телевизоре, как он работает, что он может и насколько красиво, четко, ну, получается, будет передаваться информация с Мака на телевизор. Что, давайте приступим, попробуем аккуратненько вскрыть. Так, где-то у нас вот здесь вот вроде бы пустота. Открываем. Так, смотрим. Да, действительно,
это вот такой вот переходничок Thunderbolt. Вроде бы как-то так называется. То есть это мы подключаем в разъем нашего MacBook. А здесь у нас разъем стандартный HDMI. Я подключаю сюда кабель, и якобы должна информация передаваться на экран телевизора. Ну что ж, давайте попробуем, приступим и проверим все это. Потому что данная вещь, я думаю, она в принципе необходима для любого человека, у которого есть MacBook и телевизор. Все, поехали. Итак, друзья, смотрите. Так как у нас данного компьютера нету разъема HDMI, чтобы подключить его напрямую к телевизору, то в данном случае мы поэтому используем кабель, который нам пришел из Китая. Цена на него тоже смешная. Все ссылочки на все вот эти посылки будут в описании. Кто захочет, покупайте, переходите. И поэтому смотрите, подключаю свой фирменный кабель. Кабель у меня не какой-нибудь там, непонятно какой фирмы, он оригинальный, фирмы Belkin. Подключаем его к данному нашему переходнику и теперь вставляем сюда в специфический разъем компании Apple. Так, подключаем. Дальше у нас вот экран монитора перешел на какое-то, видимо, другое разрешение. Выбираем наш HDMI в телевизоре. И вот, картинка у нас появилась. Все ништяк, все работает. И теперь можно, в принципе, работать, так сказать, на большом экране. Вот, если вам все прекрасно видно, все отлично. И теперь можно даже посмотреть. Края, смотрите, вот здесь вот у нас получается по этому, по тому краю, по нижним. Вот видите, немножко не вписывается все это по краям. То есть, видимо, разрешение чуть больше. Ну или как-то, не знаю. Ну, в общем, в принципе, работать можно. Тем более, там, для каких-то таких задач, типа, в интернете посидеть, посмотреть. Видите, все, в принципе, четко работает, все классно. Информацию вроде бы быстро передает. Ну и для фильмов тоже подойдет, классно будет смотреть. Я думаю, даже вот так вот можно немножко перемотать. Телевизор. Так, добавляем мы, получается, громкость. На самом Маке громкость не добавляется уже теперь, видите? Просто запрет как бы стоит. И добавляем, получается, на самом уже телевизоре. В принципе, качество хорошее, штука то, что надо, давно я уже такую хотел себе, и вот наконец-то я получил, все классно, все меня устраивает. Итак, вот такие вот у нас были гаджеты для нашего MacBook. Если вам понравилось видео, ставьте обязательно палец вверх и подписывайтесь, конечно же, на канал. На сегодня все, всем пока!